Китайский юань стал мировой резервной валютой, то есть полноценным активом для накопления и проведения международных расчетов. Таково решение МВФ. В официальной отчетности организации денежная единица КНР впервые появится в новом качестве к концу года. В общей корзине, куда уже входят доллар США, евро, иена и фунт стерлингов, юань получит почти 11%, заняв таким образом третье место после американской и единой европейской валюты.